До нашої студії сьогодні завітали Євген Мавродієв, архітектор, член оргкомітету та конкурсної комісії, та Наталя Купченкова, переможець конкурсу «Миколаїв квітучий 2017». Доброго ранку, вітаю вас на студії. Отже, я думаю, усі вже побачили новину «Миколаїв квітучий 2018». Знову запускається конкурс. Що це за конкурс? Давайте нагадаємо, яка його ідея, вже який рік він проходить. Идея этого конкурса, конечно же, самое прекрасное, что мы встречаем с весной в нашем городе. Это цветы, но очень хочется, чтобы их было как можно больше. Инициатива этого конкурса появилась у одного нашего близкого товарища, всем известного. Как-то помню, случайно зашел к нему в офис, сидим за столом, у него на столе чай, ну, угощает. Вазочка в вазе сливы. Говорит, попробуй сливы, ты таких никогда не пробовал. Ну, что за сливы? Ну, попробовал, да, сливы. Чудесные, ароматные, сочные, такие крупные. Ну, знаете, как чему удивляться? Ну, всегда у нас сейчас можно что-то такое вкусное где-то раздобыть. Ну, говорит, сливы, а что в них такого особенного? Говорит, а я сам их вырастил. Это Александр Желобецкий. Народный депутат, собственно говоря, и он есть инициатором этого конкурса, который в прошлом году проходил первый раз. Вот Наталья принимала в нем участие, в общем-то, получила призовое место. Наталья. Слушайте, ну цікаво, розкажіть, чому ви вирішили взяти участь, звідки дізнались про конкурс і ідею вашої клумби? Наскільки я знаю, ці клумба зі штанцями, то ваша ідея така, розказуйте, звідки взялась? Там не тільки штанці. Там много чого і много чого є ідей. Ну посмотримо, потихоньку будемо рішати. А узнала о конкурсі, в принципі, від сусіднього дому. Они проходили все время, и мы там копошились, и они говорят, вот надо на конкурс. И когда они узнали, что такой конкурс появился в Центральном районе, потому что сначала его в Заводском проводят, вот сразу пришли, мне сообщили. Ну, появилось время, пошла, подала заявку. Ну, у вас відразу з'явилася ідея створити таку клумбу, чи якось ви думали, що ж таке? Я вже, в принципі, 4 роки пытаюсь там маленький кусочек, потому что ведрами поливала. Ну, а теперь мы стали ОСМД, значит, можно уже что-то делать большее, потому что это уже как бы наше все, да? Вот, и хочется... Вообще хочется, конечно, чтобы город действительно был чище, благоустроенней, культурней. И, наверное, именно примером, хорошими делами можно привить и людям культуру. После того, как все это вот мы сделали чище, благоустроеннее, да, мусорник там у нас тоже такой оригинальный есть, молодежь. Детки, они идут и бросают, допустим, мусорник, понимаете? Я там что-то вот делаю, да, поливаю и так. Они говорят, нет, мы не будем бросать. Ну, действительно, я говорю, ребята, не бросаем. Нет, а мы не бросаем, потому что мы же видим, что у вас здесь красиво. Таким прикладом виховуєте, да, наступне покоління? Я уверена, что у всех вот проходят люди и... Ну вот с этими, конечно, штанами, наверное, сотни людей фотографировались. Просто цікаво, задум просто цікавий, бо і я дивилася, мене захопило отак, от зачепилося це фото, я ж давай бігом дізнаватися, що це і хто це. З якого по яке число конкурс, що взагалі мають представити учасники, можливо, які категорії? Ну, все категории я вам не расскажу, их очень много, потому что идея конкурса, знаете, она такая, такая душевная, трепетная, это как маленькие детки на сцене. Все должны быть награждены. Поэтому действительно очень много номинаций. Это цветы на балконе, цветы, клумба возле дома, это в частном секторе какое-то благоустройство, это в многоквартирных домах, это, ну, в общем, различное количество номинаций. Поэтому официально можно будет узнать в программе конкурса. Конкурс проходит при поддержке Центрального исполкома, то есть там есть и организаторы в том числе, они будут предоставлять необходимую информацию. Проходить будет конкурс с 15 мая до конца лета. В течение сентября конкурсная комиссия будет определяться с
номинантами, с победителями и так далее. И в октябре, 5 октября, будет награждение, представление победителей и так далее. В течение всего этого времени, с 15 мая до 30 или 31, не помню, августа. До 30 августа конкурсная комиссия, я буду входить в состав этой комиссии в том числе, будет выезжать на различные объекты ландшафтной архитектуры, я так официально говорю, что это такое, как оно называется, и будет определять даже к какому, какой номинации отнести ту или иную работу. И в течение всего лета в разное время по заявкам непосредственно участников конкурса, потому что цветы растут и распускаются в разное время. Некоторые утром, то есть надо в 5 утра вставать и бежать оценивать. Некоторые к вечеру, я шучу. Я не думаю. А уявляете, тогда участники роблять. Действительно, спрашивают, вот когда вам удобнее, очень теплые отношения, очень добрые отношения. Ну, в течение всего времени, скажем. И вот Вика, секретарь, всегда перезвонит, она пришла ко мне, говорит, ой, а может быть... Я говорю, нет, давайте в конце августа. Она говорит, ой, у вас пока такая петунья, давайте я вот сейчас старофирую, а потом что-то у вас еще будет лучше, я и тогда. То есть отношения, никто не должен переживать и бояться, что я тоже как-то, ну, знаете как... Всегда настороженно относишься. Первый раз надо на сцену красиво одеться. А здесь, наоборот, конкурс такой цветов, он интересно, как сама маленькая жизнь проходит за это время, и в ней все участники принимают там свои роли, занимают свои позиции, там нравится, не нравится. Очень много интересных случаев происходит там. Слушайте, вот цікаві випадки. От, може, найнеординальніша клумба, яка була представлена, є? Ну, вы знаете, вот, наверное, Наталья работа как раз одна из очень неординарных, потому что она действительно сочетает в себе скульптурную композицию, выполненную из живых вещей, из живых цветов, и это, ну, в общем-то, и было таким, знаете, запоминающимся моментом и событием. Очень много разных действительно работ было, вплоть до того, что самая обыкновенная клумба возле... там, в частном секторе, в Варваровке, перед двором, но на ней прямо ковер из цветов, которые вот хочется на него, знаете, как смотреть. Такий чудовий конкурс, я просто уявляю, да, ось ці картини. Дякую вам. Нагадаю, до нас завітався Євген Мавродів, архітектор, член оргкомітету та конкурсної комісії, та Наталія Купченкова, переможець конкурсу «Миколаїв Квітучий 2017. Дякую вам. Я вам бажаю натхнення, нових ідей, можливо, щось, і нових робіт, можливо, знову будете брати участь. Дякую вам за таку ідею, бо дійсно будемо робити місто кращим. Давайте робити місто гарніше і краще разом.